У этих ребят точно будут деньги на карманные расходы. Более 9 тысяч рублей они получат за один месяц работы. Причем трудиться нужно всего 2 часа в день. В остальные 3,5 часа для них организуют завтрак и обед, развлекательные мероприятия, мастер-классы и спортивную программу. Такой распорядок дня в лагере труда и отдыха «Горизонт» вполне устраивает, говорит Полина Обжорина. Таким образом, она проводит каникулы впервые, но уже планирует остаться на вторую смену. Ну, во-первых, это выгодно. 16 лет, работа, предлагают. Ну, неплохая ставка за то, что вот мы ходим, убираемся на своей территории. Ну, и это во благо. Получается, что мы жили на чистой территории. Сегодня по плану уборка спортивной площадки возле местного рынка. Этот объект здесь появился недавно, но уже успел полюбиться излучинцам. Правда, не все жители поселка соблюдают чистоту. Всего за полчаса с этой территории ребята собрали около 2 мешков мусора. Пластик, стекло, бумагу – все это юные работники быстро отправляют в утиль. Вот сегодня одна бригада пошла красить бордюры, вторая бригада пошла убирать территорию спортивной площадки по строителей 2 возле Югры. И вот центральную, так сказать, аллею любви и верности мы ее называем в поселке. Дома сидеть летом по одному – это все-таки скучно. Когда вместе собираются, вот они идут с музыкой, разговаривают, общаются. Я думаю, интересно. Лагерь «Горизонт» работает ежегодно. В этом году в июне смогли трудоустроиться 40 человек. Всего за сезон будет организовано 2 смены. Работы на всех хватит, говорят организаторы. Ребята будут не только убирать территории, но и высаживать цветы, красить ограждения и бордюры. Работа здесь здорово, да. Ну и этот, мне больше всего нравится красить, конечно, бордюры. Мое любимое дело. Потому что спокойно, кисточкой проводишь. Просто первую зарплату я потрачу на телефон. Кто-то из ребят уже придумал, на что потратить свою первую зарплату, а кому-то еще предстоит определиться с выбором. По словам подростков, главное не только заработать деньги, но и получить новый опыт, поработать в команде, сделать свой любимый поселок еще более благоустроенным. Диана Дубровка, Александр Новик, телевидение Нижневартовского района, Излучинск. Специально для Югра 24.